Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти мою тонкую копию. Один, два, три. Как ты выключишь-то? Я уже забыл. Фотографию прислать свою. Я прошу тебя, нашла или нет? Да, нашла. Хорошо. Снимаются все маски и голограммы. Все вокруг представят согласно своему эфирному коду. Я предстаю согласно своему эфирному коду. Но я не вижу пока ничего чужеродного. Я вижу твою защиту, и она как золотом горит. Торгает все. Я вижу твой дрон над ней. Что ты видишь? Дрон над защитой. Вот ты это как, мне уже... Как в коконе ты. А что такое дрон? Дрон, вот который... А, дрон ты видишь. Все понятно. Хорошо. Так, тогда я активирую сейчас на счет 3 свой защитный скафандр. На скафандр 1, 2, 3. И вот перемещу. Это черный и страшный? Да, с этими с лампочками. Скажи мне страшно от него. А ты видишь его? Да, я вижу. А, знаешь, что я еще вижу? Что? Давай. Мне кажется, что возле вот места, да, а он не в твоем биороботе, но рядом, как вот что-то гиена, собака, вот они рыщут что-то. Одну я вижу пока. Так, а как же нам ее вытащить? Почему-то я ее вот... А давай их сбросим просто. А если их много? Надо же знать причину и притянуть всех ответственных, кто их послал. Может, они тебя ищут. Но Вер. Там в участке я вижу ее. Кого еще можно искать, кроме меня? Я тебя прошу. Тут все соседи не настолько интересны. Хорошо. Так, как же будем делать? Подожди, если она рыщет, она связана как-то с моим биополем сейчас? Это нет, гиен. Она тебя не может унюхать. Не может, но я поставил защиту, она ищет меня, вот это хотелось узнать. Хорошо, если гиена останется возле моего биоробота, мы, в принципе, можем потом вернуться и забрать эту гиену, правильно? Да, наверное. После накинуть того, когда все... сетку. Накинуть сетку и забрать ее с собой, абсолютно верно. Хорошо, все, я активировал свой скафандр, перемещаемся вместе в твой корабль, 1, 2, 3. И на счет 3 начинаем, защищаем мой биоробот защитным потоком из чистых энергий абсолютно на время работы. 1, 2, 3, пошел подъем. Зрение четко ясное, картинки четко ясные. Мы идем в Млечный Путь, да? Нейтральная зона Млечного Пути на наше место. Я тебе говорю, открой этот скафандр, чтобы я видела, что это ты. А я? Может, это кто-то другой. Ну, ладно, да. Читай, открой личик. Открыл, показал. А, увидела, все, дверь закрывай. Не, ну лицо должно быть видно, что видно, с кем умеет. Ему нравится этот скафандр, спроси его. Непривычно, говорит. Но удобно. Удобно, отлично, хорошо. Он бронированный, поэтому у тебя сейчас намного лучше карты. Ну, вот там с лицом что-то немножко непонятно, а так хороший. Ну, давай сделаем так, чтобы лицо, ну, когда он общается, было видно, когда защиту включает, тогда лицо закрывается. Можно добавить такую функцию. Влад. Ну, было бы неплохо, потому что мне непривычно. Хорошо. И когда не... Во время нормального общения, когда ты находишься с кем-то, твое лицо открыто, но все равно защищено невидимыми защитными потоками. 1, 2, 3. И только на время, во время опасности или во время работы ты можешь закрывать свое лицо. Но эта защита закрывает тебя полностью бронированная от любого воздействия. 1, 2, 3. Окей, я себе такой же белый сделала. А мы на нашем месте, в личном пути. Отлично, хорошо, видишь, все-таки Влад дизайнер. Поехали дальше. Что я там делаю? Ты разложился на тела и моешь все тела, чистишь. Теперь крылья.
А что такое было, Влад, что-то? Говорит, свежести не хватало. Понятно. Готово. Хорошо. Кстати, спроси у него. Он знает насчет этой гиены, которая там бегает вокруг меня? Говорит, что знает и развлекается с ними. Лазер на них пробует. Отлично. А кто их послал? Я же хочу их вытащить. Мы вытащим их сегодня. Хорошо? Нет, оставь мне игрушку, говорит. А их точно никто не посылал? Может, там стоит кто-то, кто их послал? Может, нам надо какие-то меры принять? Все меры приняты. Хорошо. Тогда, как говорится, у нас на твою ответственность. Хорошо. Лазер, конечно, надо проверять. И еще один вопрос. Ты скажи, на физическом плане наш лазер работает на Земле? Абсолютно. А почему их не вот эти вот не можем мы оттолкнуть эту тарелку, которая над 20 метрами над головой над моей зависает в 50 метрах, причем по 5 штук? Что не можем, у нас нет никакого средства, какой-то толчок такой сделать, чтобы они отошли. Накинь сетку на них. И? Куда их деть? Лед дай. Хорошо. Так и сделаем. Благодарю тебя. Все, мы благодарим водопады. И водопады уходят на свою частоту. 1, 2, 3. Переходим на сейчас к процедуре закачки энергии. Читайте, а с копьем могу плохо представить в таком скафандре. Лазер, да, но копье вообще туда не подходит. Ну, это ты ему скажи, Влад. Может, или копье лазер? Надо поменять на какое-нибудь металлическое. Такое, синее какое-нибудь. Из энергии. Энергетическое копье. Копье, да. Хорошо, тут надо моего учителя Владимира попросить, чтобы он мне дал такое энергетическое копье. Если он меня слышит. И информация идет, меняй как хочешь. Хорошо. И, значит, три. Я меняю это копье на самое современное, которое она наносит удары. Да будет так. Атаки есть. Ну, вот он говорит, другое дело, как дурак хожу с этим копьем. Не, ну мог бы и сказать. Оно складывается, оказывается. Конечно. Оно складывается, ему вообще не мешает. Отлично. Какого цвета оно? Синий. Так и есть. Я его, правда, еще светлее представлял, такое светлое, как бирюзово-голубое. Неоновое, да, вот такого цвета, да. Хорошо. Так, мы закончили. Подожди, мы подняли мне эти вот... Вибрации мне поднимали или нет? А то я что-то выскочил. Энергии только. Энергии дали. Хорошо. И поднимаем частоту моих вибраций до числового значения 37 Гц. Пошел подъем. У тебя вибрации идут такие прям мощные, сила такая. Сверху или снизу? Снизу начинается. Снизу, абсолютно верно, да. Потом вниз возвращается. До верху поднимается как-то. С такими врагами. Хорошо, Вера, мы закончили сейчас процедуру. Все активировано, и у нас здесь корабль с Плеяд. Да, отлично. Говорит тебе, дорогой друг, давно не виделись, все ли у тебя в порядке? Дорогой друг, да, я вчера пытался с тобой связаться, ты меня услышал? Потому я здесь. Ну вот я просто ответ услышал не совсем четко, поэтому... Да, у нас тут такая... Все нормально, как у тебя дела? Все хорошо? Контролирую. Много работы контролирую. Плеяться. Проверяю, все ли в порядке. Да, там Егор хотел связаться с тобой. И что-то на всегда него какие-то... пожалуйста. Да, атаки там на него опять идут по-новому. Он хотел как-то... Я не знаю, честно говоря, надо будет отдельно с тобой насчет него поговорить. Но я тебя хотел поговорить с тобой о других вещах. У нас сейчас на меня особо начинает вот эта цивилизация ящеров
который нанимает постоянно Сириуса, этих охотников за душ, они реально просто хотят меня уничтожить. Открытым текстом так и говорят. То есть там идет воздействие, накидывает что-то такое. И еще меня больше всего беспокоит. Это не так, в принципе, и страшно. Я устанавливаю себе, расширил свои защиты. Вот, соответственно, но меня сейчас беспокоит такая вещь, как вот эти космические корабли, которые моментально вот по 5, по 6 штук висят напротив моей квартиры на расстоянии 50 метров. И я не знаю, у меня нет никакого инструмента, я чувствую себя на своей планете, как будто я чужой. То есть я более незащищен. У меня нет никакого средства как-то их хотя бы оттолкнуть, чтобы они близко не подходили. А ты уверен, что это враги? Может, это защита? А как мне отличить, если они выглядят, в принципе, все одинаковые? То я вижу ящера, то я вижу этот дрон, то я вижу пирамиды, то я вижу, как от пирамиды отлетает дрон, летит и зависает в 50 метрах надо мной, и вижу там двух человек, которые ходят. Я не могу определить, это свой, чужой. У меня нет такой... Принимай их как миролюбивые. Ты сам настраиваешь против себя. Ты понимаешь, когда они подлетают очень близко, тут уже идет реакция защиты. Мне идет именно об этом моменте. Я же на них не нападаю, но я прошу не входить в мое поле. А они это полностью как-то игнорируют. Меня засекают за 5 секунд. Тебе можно поговорить с Ли, если это не их корабли, тогда мы вмешаемся. Хорошо, я могу сейчас сделать запрос Ли, я прошу тебя присоединиться, если у тебя есть минутка времени. Я сейчас решаю один такой вопрос, важный для меня. Да, пожалуйста. Ли, сейчас идет речь насчет вот этих кораблей, которые зависают очень близко перед моим домом. Я уже там пару раз сжал эту кнопку тревожную, вот, потому что я просто не пойму, они долетают 50-20 метрах даже от меня, и я не знаю, это свои, это чужие. Это на меня идет сейчас воздействие лазером. Кто-то по мне... Подожди, от Ли идет информация, что она сейчас очень далеко. И о, не может прийти, но это их корабли, они выставили тебе защиту, улетая. То есть, улетая далеко, они оставили, она называет их дроны, это военные дроны. А как они выглядят? Потому что они летают очень круглые. Много. Круглые это свои, все понял. А пирамиды это ж однозначно не вы. Нет. Вот речь идет о пирамидах, которые подлетают и вот тут летают над моей головой. А военные дроны, ты можешь управлять ими, как хочешь абсолютно. Хорошо, я могу тогда военным дронам дать команду отогнать этот корабль от меня? Да. Ли, благодарю, жалко, что мне не... Я только сейчас узнал, я всех воспринимал за врагов. Я думал, на меня здесь идет уже третья мировая какая-то космическая война, и я прошу прощения и благодарю за твою помощь. Не буду больше задерживать. Хорошо, Амир, дорогой, мы разобрались с этим, да? Подожди, она говорит, что тебе дали огромную помощь, почти армию. Можешь управлять ей, как считаешь нужным. Так вот я эту армию и увидел, я подумал, что это все, они хотят меня уничтожить. Вот представь себе, до какого состояния можно с нашими современными мозгами. Где твое позитивное мышление? У меня позитивное мышление такое, что время от времени ко мне приходит ловец душ, накидывает что-то на горло, и я пытаюсь каждые 2 дня что-то снимать. А так я, в принципе, позитивно, никаких вопросов. Ловцы душ отказались вот. На тебя охотиться. Отказались? Да. Все. Вот это хорошее. Опасно для них. Вот это очень хорошая новость. Смертельно опасно. Так что не жди никого. Хорошо, все. Я никого и не жду. Я просто контролирую свое спокойствие. И, в принципе, в последнее время я себя чувствую достаточно уверенно и спокойно. И благодарю тебя действительно за эту помощь. Мы сделали огромный скачок. Поэтому мы можем теперь спокойно и с другими сущностями уже встречаться. Спасибо большое. Благодарю тебя. Наслаждаюсь.
и все светлые силы. Благодарю вас. Хорошо, Амир, дорогой, все, я Ли ответила на все вопросы, у меня, в принципе, никаких нет. Я у тебя еще запрашивал энергии Плеяд, и я почувствовал эту густую энергию. Она в моем биополе находится? Ну, и сейчас в тебе. Отлично, то есть я должен ее дополнительно еще активировать, да, как-то? Напоминать ей. Это мощь Плеяд. Да. Она действует как защита. Хорошо, Амир, последний мой вопрос. Скажи, я начал в последнее время очень разные вещи видеть, которые я не видел до этого времени. У меня такое ощущение, что я вижу не только вот этот портал, который там они летают, но я и вижу какие-то такие столбы, уходящие очень высоко вверх, в небо в наше, и находящиеся на разных местах, то есть на одинаковом расстоянии друг от друга. То есть это как забор такой. И вижу, когда вот эти корабли летают, миллиарды таких маленьких точек, такое ощущение, что какая-то сетка или как, ну, можно матрица Земли, я хотел сказать, да. Вот это я и вижу, да? Вот это и есть матрица Земли? Да, но она не плоская. Нет, я не говорю, что она плоская, я говорю, что она огибает полностью, вот как она, ну, как по форме Земли она идет. Да, это матрица Земли. Хорошо, я не знаю, правда, какой толк мне от этого, что я вижу. А вот эти столбы энергетические, что это такое? Это больше точки. Точки? И рефлект света от них. Понятно. Я думал, это какие-то дополнительные такие порталы, которые позволяют этим цивилизациям куда-то там на Земле работать или проникать. Хорошо, все. А как это зрение, вот я не пойму, как оно называется? Это инфракрасное зрение или какое это зрение у меня сейчас? Или это ментальное зрение? Я просто такого никогда еще не видел, хотел уточнить. Рассеянное. Это рассеянное зрение, понятно. Но я вижу в любое время суток. Я вижу сквозь стены, Амир. Я вижу их сквозь стены. Да, Плеядец, что ты удивляешься? Хорошо, ты видел, мы там еще пару кораблей отловили за время, пока тебя не было. Не знаю, в курсе ты или нет. Вот. Но там ящеры что-то на меня обиделись. И каждый раз, когда они приходили, я каждый раз почти забирал их корабль. Вот. Так что там коллекции прибавилось. Не обращай на них внимания, они тоже опасаются. Хорошо. Все, дорогой друг, и у меня больше вопросов нет. Я тебе передаю свою искреннюю энергию благодарности. Где бы ты сейчас ни находился, прими ее, пожалуйста. Если можно, посети тогда Егора. Я обязательно свяжусь с ним. Хорошо, так и сделаем. Благодарю тебя и всего доброго. Я не прощаюсь. Я не прощаюсь. Я всегда рядом. Всегда на связи. Благодарю тебя. Хорошо, Верочка. Так, на чем мы там остановились? Мы себя еще не проверяли. Мы сделали защиту себе. Мы сделали защиту. Отлично. Мы активировали все. Мы готовы, в принципе, к диагностике себя. Давай, заходи, пожалуйста, в сканер. И я даю команду на счет 3. Начинает сканировать все 7 тонких твоих тел. Находит все. Зеленый. Отлично. Хорошо, меняемся местами. И я даю команду. На счет 3 сканер сканирует. Сканер начинает сканировать. У тебя, правда, энергия другая стала. В плане другая? Ну, такая плотная, яркая. Плеядианская? А у тебя? Ну, у меня обычные энергии. Ну, у тебя, понимаешь, они как густые какие-то. Как ДНК какое-то. Я вот внутри вижу сейчас. Вот оно густое, как бродит оно, понимаешь, такое во всех телах. Трудно представить, может, это скафандр? Нет, такой я не вижу скафандр. Хорошо. Вижу тонкие тела. Вот в красном они красные, то есть каждый цвет имеет свою эту густую энергию в плеях. А, на всех 7 тонких телах. Я думал, это на полностью на один идет, на, так сказать, когда они все собраны. А так на всех 7. Ну хорошо. Может, дракон подумает в следующий раз. Хорошо. Сканирует сканер. Да, они все чистые, у тебя яркие. До конца дошел, крылья смотрит. Да, нам еще и крылья с тобой связывали, ты помнишь?
Да, мы теперь мы всегда проверяем их. Конечно. Вот с крыльями у тебя что-то не то. А ну давай проверим, что у нас там с крыльями. Поворачивай с тебе крыльями. Я включаю вот внутрь. Да. Ты говоришь, что ты повредил крыло и поставил себе туда, как... Ну, типа гипса что-то, как установку такую, чтобы оно срасталось. А когда это? Что это я делал там, Влад? Что это мы с тобой сделали, что ты крыло повредил? Кто это посмел нам крылья вредить? Не туда залетел. Что значит не туда? Что еще есть места, куда нам не надо залетать или нельзя? Много. Вот я об этом никогда не расскажу. Черные места. А, черные места, понятно. Все понятно. Хорошо. Мы можем как-то тебя обезопасить, дать тебе какую-то специальную защиту, когда ты именно в такие места должен летать? Он говорит, что ты можешь пустить лечебный поток. Хорошо. И на счет три я сейчас даю команду. И начинает макушку головы Влада поступать. Два, три. Пошел поток. Идет напрямую в больное место. Залечивает все раны. Все на наноуровне срастается. Все заживает. Доходит до 100%. Дополнительно берем черную ангельскую мазь. Один, два, три. И я наношу толстый слой на повреждения. Ну, ты сейчас поднимаешь их вверх, раскрываешь стороны, обнимаешь себя ими. И все прошло. Отлично. Полностью функционирует. Отлично. Все, я рад за тебя. Можем работать. Летать можешь, да? Зеленый показывает. Очень хорошо. Да, готов. Хорошо, значит, я никак не могу обезопасить для таких мест. Можете какую-то специальную защиту дать такую? Может, крылья? У меня есть защита, он говорит. Все, хорошо, отлично. Тогда переходим к работе. Все, Верочка, мы закончили наши чистки. Гиена оставляем ему на развлечение по его личной просьбе.